описать работу тремя словами. Первое – это любовь к делу. Второе – энтузиазм. Третье – это качество. Мой любимый продукт. Наверное, мой любимый продукт – это тот, который я еще не готовил. Если бы в сутках было больше, чем 24 часа, чему бы я их посвятил? Скорее всего, я бы посвятил эти часы своей семье, потому что они меня видят всегда мало. У меня работа всегда выездная, куда-то уезжаю, приезжаю, у меня не бывает по полгода дома. И всегда бы уделял время своим родителям, близким, друзьям, братьям, сестрам. Это единственное, что бы я делал, если бы у меня было больше времени. Что я считаю своей суперсилой? Моя суперсила, скорее всего, это позитив и видеть много доброго, хорошего, веселого в жизни, нежели обращать внимание на какие-то плохие вещи. Где я черпаю вдохновение? Вдохновение я черпаю, скорее всего, от окружающей меня среды, самой жизни. Вот сейчас я нахожусь на водохранилище, делаю очень много интересных движений, мероприятий. Сейчас мы делаем даже с той стороны фуршет для Сбербанка. И само действие, само движение и стремление стать лучше и сделать мир вокруг лучше, это меня и вдохновляет. Мой девиз по жизни, которого я придерживаюсь: полный газ, нормально делай, нормально будет, и везде есть добро. Любимое блюдо в Дом 15. Любимое блюдо в кафе Дом 15, в том месте, где я работаю, это, скорее всего, ягненок копченый с жареным картофелем, с сальсой, маринованной черемшой и соусом барбекю из копченой клубники. Да, это мой топ на сегодняшний день. Какое блюдо попробовать в Дом 15? Я считаю, что нужно пробовать сразу комбо. У нас есть буррата с томатами от Мишеля Ленца, есть ягненок с картофелем, нереальное блюдо. И третье – это френч-тост с черешней. Это действительно нужно пробовать. И нужно пробовать его, пока оно есть. Потому что сезон закончится, его не будет. Что мне нравится больше всего в жизни? Больше всего в жизни мне нравится делать людей счастливыми. Мне кажется, это дает мне кучу энергии и позитив на всю оставшуюся жизнь. Чем я горжусь больше всего в жизни? Вообще я не люблю гордиться, кичиться, но, наверное, одно из самых таких достижений – это моя поездка в Эстонию, Финляндию, учеба за границей и как бы волонтерство за знания. Я получал много знаний за работу бесплатно. И, возможно, вдохновение людей на какие-то там серьезные поступки в жизни, я думаю, не то что гордиться, да, но есть такое в жизни, у меня есть.